городе-миллионнике катастрофически не хватает машин скорой помощи. Несмотря на это, на стоянке в Дзержинском районе Волгограда не первый месяц ржавеют кареты скорой помощи. Абсолютно новые «Газели», переделанные под неотложку, уже успели врасти в землю. Эти авто и еще около 50 других машин, которые должны были работать под эгидой частного проекта «Новая скорая помощь», оказались не нужны городу. Собственно, как и сам проект. Повезут ли когда-нибудь эти машины волгоградских пациентов, решать областным чиновникам. Анна Рублева, Петр Лукашин, V1.ru.